Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло Оп. И сегодня мы представляем вашему вниманию обзор экстракции С2 грецкого ореха. В косметике очищающие антиоксидантные свойства С2 грецкого ореха делают его исключительно полезным компонентом в средствах ухода возрастной, сухой, уставшей кожей. Антисептическое и антибактериальное воздействие орехового экстракта применяется в фармацевтических и косметических средствах для лечения кожных инфекций и герпесных высыпаний на губах. СО2 экстракт грецкого ореха содержит танин, потому обладает хорошими тонизирующими свойствами. Кроме самих плодов, значительным воздействием характеризуется ведь этого дерева. Они содержат много питательного эфирного масла с высоким содержанием микро- и макроэлементов, ценных аминокислот и витаминов, которые благотворно воздействуют на волосы и кожу. Косметические свойства таковы. Насыщает антиоксидантами, аминокислотами, витаминами, минералами. Омолаживает, питает, подтягивает, тонизирует возрастную кожу. Протеины ореха устраняют сухость и шелушение, успокаивает воспаление, поврежденную кожу, хорошо очищает от грязи и дезинфицирует от бактерий, является УФ-фильтром, защищает от ультрафиолетовых лучей, является противогрибковым средством, стимулирует выработку коллагена, улучшает иммунные свойства кожи, питает и укрепляет волосы, выполняет функцию консерванта в косметике. Вот такой бутылочке мы отправляем экстракт СО2 грецкого ореха нашим покупателям. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!